Добрый вечер, видеообзор на UCHM DeWalt модель DVE4257. Собственно, внешнее состояние хорошее. Есть, конечно, потертости и следы загрязнения. Ну, то есть она у нас работала, видно. По внешнему видно. Проводок у нее абсолютно целый. Нигде не перебит. И сама UCHM работает полностью исправно. Сейчас мы проверим на работоспособность, подключим ее к сети и пробуем. Это у нас работает на минимальном режиме, и сейчас мы отрегулируем ее до максимума. Так, отрегулирую на пятерочку. UCHM работает хорошо, без посторонних шумов, без лишних запахов и не люфтит, что самое главное. Собственно, в комплекте к ней больше ничего нету, к ней уже прилагается ручка и кожух.